Здравствуйте, я Ариф Экбал. И с вами новости на WNS. Новые детали в деле о попытке похищения Ханака Арасаки внезапно всплыли на параде повозок Даши. Если верить показаниям очевидцев, похитители неожиданно напали в самый разгар парада. Они перехватили платформу, где находилась наследница империи Арасаки. К счастью, служба безопасности Арасаки под руководством самого Юринобу Арасаки быстро напала на след похитителей и освободила Ханака-сама. Юринобу-сама выступил с публичным заявлением, в котором осудил недостойные действия похитителей и пообещал им быстрое возмездие. Тем, кто осмелился. Грузовик с имплантами. Хром топовый, но полиция туда не торопится. Не исключено, что аварию устроил киберпсих, и копы просто пересрали. Съезди туда, но не убивай никого без необходимости. Ну ты подумай.
Сообщение пользователю. Спасибо, Чумба. Сверху!
прошу, нет! Мне нельзя Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователю. Спасибо, Чумба. Ты это нарочно? Получил файлы из Дики Твистон. Возрадуемся же вместе, ибо заказ выполнен, а тебя ждет заслуженное вознаграждение. Аминь. ¿Por qué chingados metes las pinches narices donde no te llaman? Братан, как делишки? Чего такой хмурый? Твоему мудрому решению я
лично помогу Корубу покинуть этот бренный мир. Признаюсь, это очень приятный сюрприз. Я закрываю за вас. Храни тебя Господь. Падаль корпоратская! Блядские пиджаки! Чего пялишься? Иди своей дорогой! Ну что, свинья, проснись и пой. Ох, блядь. Слушай, если бы не ты, я бы уже... Ну, спасибо. Тебя фирма прислала? Не угадал. Так, ты... Погоди. Тебе что от меня надо-то? Говори правду. За что тебя били? Понятия не имею. Что-то говорили про какую-то шлюху. Какой-то вирт. А когда я спросил, при чем здесь я, меня начали бить. Думал, вообще убьют нахрен. В этом городе реально все конченые. Чтоб вот так на улице полиция и без всякой причины. Хорошо поговорили. Теперь давай, Эдди. Да, да, конечно. Тебе же полагается награда. Столько хватит? Вполне. А теперь проваливай в свой стеклянный замок, пока не нарвался на какого-нибудь менее понимающего. Спасибо. Я тебе очень благодарен. Густава Орта и Марта Фрейкс. Это такие Ромео и Джульетта из Виста Дель Рей. Ты знаешь такие истории. У них обычно плохой конец. Марта впала в кому, а ее отец жаждет отомстить за это Густава. Посмотри подробности в письме и постарайся разобраться побыстрее. Причина выстрела? Неизвестно. Мексика бессмертна! Ну, как тебе такое? Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователя. Спасибо, Чумба.
Еще один грешник оказался в чистилище, то есть в багажнике. И я думаю, что там ему самое место. Надеюсь, он подумает о своей бессмертной душе и осознает грехи свои перед Господом, прежде чем багажник откроется. На этом заказ считаю закрытым. Пожестче, пованильней. А настоящих девочек нет? Девочки у нас только танцуют, их руками не трогать. Кукол не держим. Где говорили, у вас весь. Могу предложить отдельный кабинет. Не так быстро, малыш. С оружием нельзя. У нас тут приличное заведение. Thank you.
Нет, не делай этого. Нет. Как ты смеешь? Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователя. Дернуто Иси надо. Пожалуйста. Нет. Нет. Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователю. Спасибо, Чумба. Блять, в этом районе творится! Только что кто-то из когтей звал на помощь. Говорил, на него напал Акки. Если что, когти называют так тех, кто охотится на своих же. Конкретно этот парень убивает тихо, но зрелищно. Я думаю, что у этого Акки приступ киберпсихоза, но у меня нет доказательств. Если получится, возьми его живым. И не забывай об осторожности.
Уэйви, прошу вас в машину. Окей. Добрый день, Ви. Я Джефферсон Пиралис. Ты уже говорил с моей женой, Элизабет. Очень рад, господин Пиралис. Госпожа Пиралис? Давай мы будем на «ты». Моя жена разбирается в людях. Она сказала, что мы договоримся. Теперь я понимаю, почему. Итак, в чем заключается работа? Картер, поехали. Элизабет? Как ты, наверное, знаешь, мэр Люциус Райан недавно скончался. Мы хотим узнать, как это произошло. Громкое было дело. Разумеется. Пресса жила этой новостью много недель. Это ведь их заработок. Так вы думаете, они что-то упустили? Есть основания предполагать, что да. Вроде следствие по делу уже закрыто. Разумеется. Полиция очень быстро доказала, что смерть наступила по естественным причинам. Райан умер дома, якобы отказ кардиоимпланта. Но нас настораживает нападение киберпсихопата в мэрии за несколько дней до этого. По версии полиции, эти события никак не связаны. Вот какой вопрос. Эти ваши подозрения как-то связаны с грядущими выборами мэра? Разумеется. Если Люциус Райан был убит, то мы должны это знать. С чего вы взяли, что в полиции ошиблись? У вас есть улики? Незадолго до смерти Райан задумал урезать бюджет департамента полиции. Возможно, это кому-то не понравилось. Нам удалось найти брейн-данс с нападением киберпсихопата. Наш начальник охраны не нашел ничего подозрительного. Но нам нужен кто-то, кто хорошо разбирается в брейн-дансах. Это необработанная запись. Брейн-данс надо вернуть на место сегодня же. Иначе у многих будут неприятности. Если согласишься помочь, можно сразу и посмотреть. Откуда эта запись? Это было публичное выступление. В таких случаях запись – стандартная процедура безопасности. После нападения она была изъята полицией как доказательство. Пришлось приложить немало усилий, чтобы ее добыть. Хорошо, посмотрю, что можно сделать. Замечательно. Будем тебе признательны, если хоть как-то сможешь прояснить ситуацию. Ну и что у нас тут? Это я хочу спросить, что ты тут делаешь? Но это ведь и мой мозг, правда? И в этот раз не надо снимать жопы тёлочек. Все внимание на мэра, понял? Это официальная запись, и выглядеть она должна соответствующе. Кто такой этот Холт? Понятия не имею. Для меня они все на одно лицо. Вторая пресс-конференция за 3 дня. Не понимаю, чего ради мы собрались? Вот поэтому я мэр, а ты нет. Сейчас особенно важно быть на виду. Иногда надо и отдыхать. Отдохну вечером. Номер во дворе Алой Королевы готов? Да, конечно. Хорошо, ну все, иди. Надо полепить. Двор Алой Королевы. Тебе это о чем-то говорит? А, где в крокет играют и розы красят, а потом королева такая: голову ему долой. Короче, так бы и сказал, что ничего не знаешь. Герой. Произошло буквально, как только они ушли. Выглядит, как будто
это было задумано. Или псих просто улучил момент и воспользовался шансом. Не впадай в паранойю. Минутку, подождите здесь, пожалуйста. Дальше нельзя. Ривер Уорд, полиция. Полиция, впускаю? Пусть подождет. Это важно. Мне нужно поговорить с начальником охраны мэра. После конференции. Терминал завис как раз в тот момент, когда он проходил через рамку. Это не случайный глюк. Но бывают и более удивительные совпадения. Например? Например, трахнешь тёлку и её сестру в один и тот же вечер. А потом выясняется, что не обе монашки. С тобой правда такое было? Нет. Но могло же. Его имплантами можно хромировать полгорода. Наверняка всё так и было. Тело пропало из морга, никто ничего не видел. А потом какой-нибудь коп прикупил себе новую тачку и пижонские шмотки. Ты этого копа за руку ловил? Или так, треплешься? Да я уже столько в жизни видел, что мне не нужно никого за руку ловить. Люди не меняются. Ну, то есть треплешься. Так, так, так. Хотел, после конференции. Ну да, что он встанет в очередь желающих лизнуть жопу Райну. Что за мелодия, не узнаю. Мелодия? Которую он напевает. Я бы не назвал это мелодией. Поет и поет. И в этот раз не надо снимать жопы тёлочек. Всё внимание на мэра, понял? Это официально. Аздифате. Уэндо парэма дынём. И в этот раз не...
И в этот раз... Не надо. Снимать жопы. Вернулся? Прекрасно. Так, что ты думаешь? У нас паранойя или... Да, как-то все это очень нехорошо попахивает. То есть подозрения не напрасны. У тебя есть какие-то вопросы? Хорошо. Вернемся к этому позже. На чем мы остановились? Что такое двор Алой Королевы? Извини, без понятия. Впервые слышу. Кто такой Холд? Заместитель мэра. И его цепной пес. Сейчас он идет на выборы. О чем была эта конференция? Да ни о чем. Райан просто любил выступать перед восхищенными массами. И потом на себя по телеку смотреть. Насколько я помню, официальной темой было снижение уровня преступности в Найт-Сити. Райан собирался этим похвастаться. В смысле снижение? Райан объявил Пасифику независимой территорией. Ее статистика перестала идти в зачет города. Ха, ловко. Что известно про полицейского, который спас Райана? Это детектив Ривер Уорд. Хороший малый. Мы не раз с ним работали. Если хочешь с ним поговорить, я могу это устроить. Охранники мэра тоже из полиции? Нет. Все они подобраны Холтом и работают в корпорации. Хотя среди них есть и бывшие копы. У кого-то, кроме охраны мэра, был доступ к терминалу? Только у полиции. Уорд появился так вовремя. Или это невероятная удача, или хорошая информированность. Мне нужно и то, и другое. Неплохо сказано. Пересылаю его контакты. Если что-то еще понадобится, мы поможем. Только скажи. Меня зовут Ви. Я расследую смерть Люциуса Райана. Расследуешь? Ты не из полиции. Я знаю, что ты пытался предостеречь мэра насчет киберпсиха. А что еще ты знаешь? Что нам нужно встретиться. Я собираюсь выпить кофе в мордатом бизоне. Сейчас подъеду.
Керри? Джонни? В этот раз Ви. Разочарован? Прости. Я так и не понял, как этот ваш цирк устроен. Керри, у тебя что-то случилось? Есть работа. Я почему-то подумал, что тебе идеально подойдет. На углу Грей и Малага. Рано утром. Там поговорим. Идет. К тебе пришли. В чем дело? Куда намылился? Ривер Уорд? Да, это я. А ты Ви, так? Мой напарник, детектив. А мы можем поговорить наедине? Кан мой напарник. У нас нет секретов друг от друга. Ты правда будешь работать с наемником? Я еще не решил, что буду, а что нет. Для начала послушаю, что нового о смерти Райана. Ты опять об этом? Шеф тебе уже сказал бросить это. Ты бы лучше его послушал с первого раза. Что проблем не знает. А не хочешь слушать его? Послушай меня. Я ведь твой друг, добра тебе желаю. И я тебе говорю, бросай. Так я же ничего не делаю. Просто сижу, пью кофе и слушаю сплетни. Ладно. Поступай, как знаешь. Я не вязываю. Пора мне. Я и так уже к дочке опаздываю. А вы, ну хоть уйдите в тихий уголок для таких бесед, а то еще подслушают. Ну, говори. Эй, ты там? Да, к тебе обращаюсь. Получаешь от жизни... До покушения ты пытался связаться с людьми Райана и передать через них сообщение. Что в нем было? Сначала ответь на мой вопрос. Зачем ты вертишься вокруг этого? Кто тебя нанял? Меня наняла Элизабет Пиралес и ее муж Джефферсон. Так называемый будущий мэр? В общем, этого следовало. Знаешь что, Кан прав. Здесь слишком хорошая акустика. Пойдем в мою машину. Окей, ладно. В настоящем раю. Не откладывай ни на микросекунду. Отправь космос на 7299 прямо сейчас. Хрустальный дворец. Реальная жизнь среди мертвых. Ребята из моего участка задержали Хорвата в Арое. Он стрелял по мусорным бакам и кричал, что у него назначена скорая встреча с мэром. Кого задержали? Питера Хорвата. Психопата, который потом напал на мэра. Его закрыли, но он вдруг потерялся, даже не успев дать показания. И ты решил предупредить мэра о возможной опасности? Просто так? По доброте душевной? Ничего себе. Тебя послушать, так в этом есть что-то постыдное? Нет, не постыдное. Скорее, очень редкое. Только что значит потерялся? Как это вообще могло произойти? Просто. Кто-то не хотел, чтобы в этот день он сидел в камере. И можешь не спрашивать. Я не знаю, кто именно. А теперь я спрошу. Почему Пиралес взялся за это дело сейчас? И почему неофициально? Может быть, он просто боится. Не хочет занимать кресло, с которого уносят ногами вперед? Я бы тоже не хотел. Я думаю, он пытается дискредитировать Холта. Считает, что Холт в этом замешан? Не знаю. Но даже если нет, убийство мэра бросает серьезную тень на его заместителя.
Ты знаешь, что такое двор Алой Королевы? Ничего не слышал? Может, и слышал, может, и знаю. Но как это связано с Райаном? В день своей смерти он туда собирался. Короче, надо нам встретиться с моим информатором. Насколько я знаю, двор Алой Королевы – это элитный клуб. Где он, без понятия. Информатора спросим. А потом мы поговорим с бабой, у которой работал Хорват. Или можем сразу поехать к ней. Это уж ты решай. В смысле можем? Это дело не дает мне покоя. Так быстро его закрыли. Подозрительно. Ты выполнишь заказ, а я найду доказательства и смогу убедить шефа возобновить следствие. И все довольны. Ну что, куда сначала? Едем к информатору. Клуб — это уже какая-то зацепка. Как угодно. Мой человек работает здесь. Ты с ним поболтай, а я подожду снаружи. Передай ему привет от Игоря. Он знает, кто это. Ведь это твой информатор. Меня он не знает. Наша прошлая встреча закончилась неудачно для него. Люди, которых он сдал, об этом узнали. У тебя больше шансов вытянуть из него что-то добром, если я не буду маячить перед носом. А что это за малый? Владелец магазина. Любит всюду совать свой нос, а клиенты у него разного пошиба. Так что знает много. К тому же он трус. Идеальная комбинация. Ну ладно, жди тогда здесь. Тебе чего? Добавить огоньку в серые будни или есть какая фантазия? Поможем исполнить любой каприз. Я ищу один клуб, двор Алой Королевы. Я бы советовал начинать с чего-нибудь помягче. Рекомендую бар Лизис в Кабуке или Облака в Джапантауне. Мне нужен адрес. Этот адрес знают только избранные, понимаешь? А если ты его не знаешь, тебе там не будут рады. Привет от Игоря. Нет уж, нахер. Я с этим завязал. Так что можете дружно меня въебать. Бля. Привет, Нил. Отвали. Спокойно. У меня всего один вопрос. Здесь смотреть нечего. Кому сказали? Уматывай. Оставьте меня в покое. Все равно я не буду сотрудничать. Эй, успокойся, можно же поступить разумно! Не бойся, никто не узнает, что ты нам рассказал. И обещаю, детектив Уорд заходит к тебе в последний раз. Правда, детектив? Правда. Клянусь духами предков. Мы только хотим узнать, где находится двор Алой Королевы. Ладно, но это самый-самый последний раз. Клуб находится за чертой города, у реки. Район Бонита-стрит. Ты там был? Я туда доставлял товары. Иногда привозил рабочих. И вообще не знаю, чего вам там разнюхивать. Клуб пустой. Закрыли лавочку. Закрыли? До смерти мэра Райана? Или после? Вроде сразу после. Спасибо, Нил. Охуенно везет. Ну и ну. Расследование сдвинулось с мертвой точки. Выглядит перспективно, но я бы еще заглянул на рынок. Рынок? К женщине, у которой работал Хорват. Я тебе говорил о ней. Не стоит бросать этот след. Ну ладно, проверим этот твой рынок. На моей машине поедем? Хорошо, давай. Thank you.
90% времени детектив проводит за болтовней. Но ты это и без меня знаешь. У тебя врожденная полицейская смекалка. А что делает остальные 10% времени? Рапорты пишет. Так с кем нам надо поговорить? Ты говорил, она босс киберпсиха? Кристина Марков, 42 года. Единственный работодатель Хорвата. И вообще его единственный контакт. Давай, Ви! Я понятия не имею, кого мы ищем. Будем спрашивать. Я начну слева, а ты бери правую часть. Вы все скажете, что так было всегда. Что, проблемы? Да? Вон там она, магазин электроники. Эй, чувак! Кристина Марков, у нас к вам пара вопросов. Вы агенты? Хотим узнать про Петера Хорвата. Он вроде здесь работал. Работал. А потом перестал работать и начал без перерыва речи толкать. Когда Хорват начал себя странно вести? Хороший вопрос. Это смотря что называть странным. Тут ведь надо понимать, что нормальным Хорват не был отродясь. Но вот если сравнивать Хорвата до отсидки и после, получится два совершенно разных чудика. А много он тут получал? За его импланты ведь можно скупить весь этот рынок. Ха-ха-ха! Да ужасно много! Эдди лопатой греб. Миллионером был! Мы тут все такие. Есть идеи, откуда у него могли взяться такие суммы? Были бы у меня на этот счет идеи, я бы не торговала тут всяким дерьмом, а прикупила бы Ави, да улетела бы отсюда подальше. Он просто в один прекрасный день пришел с имплантами и весь на взводе. Я спросила, откуда это все, а он ответил, что его, наконец, оценили по достоинству. А потом опять задвинул очередную свою тираду. Толкал речи, значит? Ты о чем же? Корпораты крепко держат Райна за яйца. И все равно он смог меня наебать. Это общий смысл. Почему он был так зол на мэра? А чего ждать логики от психа? Может, ему казалось, что Райн говорит по телевизору только с ним, обещает всякое, а потом ни хрена не делает? Ну, вот так он смотрел на мир. Был уверен, что все вокруг только и мечтают лично ему насолить. А больше всех, конечно, Люциус Райн. А может, все-таки была между ними хоть какая-то связь? Что сказать? Хорват любил легкие деньги. Отсидел-то ведь не просто так. Он работал на самых разных людей. И на простых, и на непростых. Может, у него и Райна были какие-то общие знакомые. У вас все, детективы? А то вы мне клиентуру пугаете. Его, наконец, оценили по достоинству. У Хорвата были спонсоры. Этого следовало ожидать. Пускай сейчас кажется, что мы ничего не узнали. Но информация часто набирает вес только в контексте. Допустим, человек говорит, что у него болит голова. На первый взгляд, маленькая деталь, которая ничего не значит. Но потом этот человек вдруг шагает на дорогу прямо под колеса машины.
И тут сосед вспоминает, что кто-то недавно чинил кондиционер в квартире у погибших. Случайность? Стечение обстоятельств? Или умышленное отравление некой аэрозольной смесью? У тебя правда было такое дело? Нет, это я только что придумал. Но принцип ясен. Прекрасно. С ними я сам разберусь. Оторосить, чувак, а? Идти с дороги. Твой приятель сел надолго. Ты тоже хочешь к нему? Ой, Рай, но симпаю стороду, да? А ну съебали кошачьи когти. И... На токре! Пошли нахуй! Сам разберусь. С тобой опасно по улицам ходить. У тебя еще с какой-то бандой напряги или только с тиграми? А ты как думаешь? Я же коп. Теперь придется рапорт писать. Окей, теперь двор Алой Королевы. Но сначала нужно разгрести твой бардак. Встретимся там.